Посмотрите, какой получился красивый хлебушек. Просто обалденный. Хрустящий. Слышите? Хрустит. Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня я буду показывать, как я делаю пшеничный хлеб на итальянской закваске Левита Матра. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится подготовить опару. Для этого я взяла закваску с вечера и покормила ее в соотношении 1:1:2, то есть одна часть закваски стартера, одна часть воды и две части муки. Мука пшеничная высшего сорта. Вам оставлю в правом углу. Вы можете посмотреть подсказочку, как выводить Левита Матра. У меня отстояло это все в холодильнике. Я сделала примерно в 9 часов вечера. И сейчас у меня 12 часов следующего дня. У меня закваска подошла. Уже я вижу, вот здесь вот лопаются поры. Это практически пик закваски. Вот. И теперь мне надо... Мы теперь будем замешивать тесто. Что нам для этого нужно? Так, для этого нужно нам весы. Весы, так. И что? Берем 100 грамм закваски Левита Матра. Смотрите, какая она красивая, кружевная. Ну, вообще шикарнейшая, шикарная. Очень красивая. И очень тугая. 100 грамм закваски. Измеряем. Так, 60 грамм, 79, 101 грамм. Ну, уже не буду убирать 1 грамм. Эту закваску я вот так вот покажу сейчас вам поближе. Смотрите. Вот так вот немножко примну и покормлю ее попозже. Она мне еще постоит при комнатной температуре. И попозже я ее покормлю. Так вот. То, что мы вот это делаем, это мы, так скажем, выпускаем газы из закваски. Так. Ну вот. Плотно закрываю крышкой и оставляю это на столе. Нам понадобится вода. Воды нам надо 180 грамм. Сначала мы зальем не всю воду. Зальем где-то грамм 150. Ну, короче, вот здесь вот надо, чтобы осталось у вас немного. Почему мы это делаем? Потому что мука у всех совершенно разная. То есть впитываемость муки влаги, ну, мука впитывает влагу по-разному. У меня, кстати, сегодня мука вот такая высшего сорта. Купила в ближайшем, так скажем, супермаркете. Так, смотрите. Я сначала, что делаю? Замачиваю немножко в воде свою закваску, потому что она... Настолько плотная, что расходиться не хочет. Я ее немного замочу, пока тут все отмерю. Потом руками хорошенько постараюсь ее вымешать. Подготовила стеклянную посуду для муки. И отвешиваю 250 грамм. Замешиваем нашу заквасочку с водой. Она будет очень тяжело растворяться, поэтому вот так вот сквозь пальчики. Так как она очень плотная, в ней, короче, мало воды, естественно, то вся она у вас так не растворится, вы знаете, как молочко. Поэтому, если там останутся какие-то такие кусочки побольше, то не обращайте на это внимания. Короче, наша закваска не хочет расходиться, но мы так ее оставим. Так, добавляю муку.
постепенно. Муку сразу все добавлять не будем. Постепенно. И еще вспомните, у нас вода осталась. Потому что мы будем смотреть, как наша вот эта мука впитывает воду. Но я смотрю, что воду надо будет добавить. Сейчас немножко на этом этапе сразу добавлю чуть-чуть. Еще немного водички добавлю. Опять вымешиваю сначала вилочкой. Да, еще муку, еще добавлю воды. Как по мне, так даже маловато. Я бы еще добавила. Ну, сейчас размешаю, посмотрю. Так. Вот теперь будем рукой замешивать. Ну вот на этом этапе я как-то уже в одном видео говорила, что на данном этапе самое главное это смешать закваску, муку и воду. И не надо там сильно вымешивать. Вымешиваем слегка. Руку смочила холодной водой. Все-таки хочу немножко собрать едино. Так, ну вот, в принципе, вот этого достаточно. Так, больше ничего не делаем. Оставляем на 30 минут. На утолис. То есть, что такое утолис? Это за это время в нашей муке образуется клейковина, которая позволит нам вымешивать тесто дальше. Так, продолжаем работу с нашим тестом. Видите, какое оно стало тягучее. Но все равно еще липнет. Так, сейчас нам надо ввести сахар, соль. Ну, оно хорошо тянется. Посмотрите, видите? Ну, конечно, рвется еще, но уже тянется хорошо. Значит так, я взвесила 10 грамм сахара. И не хочу сильно сладко делать. Сначала вводим сахар. И замешиваем. Немножко надо вымесить. Для того, чтобы сахар, сами понимаете, растворился в тесте. Так, я, значит, внесла сахар. Минут 5 я обминала его. И сейчас мы будем вводить соль. Тесто вот так вот немного расправим. И посыпем солью. Это морская соль. У меня тут 5 грамм. И смотрите, морская соль, она намного солонее, чем обычная. Поэтому делайте выводы, смотря какой вы солью пользуетесь. Поваренной или морской. Вот вводим. Вот так вот несколько раз сложим. Так, надо подождать, когда соль растворится. И накроем пока миской. И через некоторое время, ну, может, через полчасика подойдем и посмотрим, как наше тесто начнет лучше собираться и вымешиваться, не так будет липнуть к рукам. Так, я свое тесто переложила в миску. Накрываю.
и оставляю на брожение. Подхожу к своему тесту каждый час и буду перекладывать, буду включаться. Включаемся. Так, мы продолжаем работу с нашим тестом. Видите, оно немножко такое уплотнилось, поднялось. И ничего такого с ним не делаем. Такую легкую обминку. От края к центру. От края к центру. От края к центру. От края к центру. Все. Так, больше я сегодня обминок делать не буду. Это такая вот ленивая обминка. Накрываю шапочкой и ставлю в холодильник до завтрашнего дня. Завтра, когда тесто подойдет, мы будем с вами выпекать. Ну вот, посмотрите, какое у меня тесто получилось. Замечательно. Так, аккуратненько его вынимаю из емкости. Видите, оно пузырится. И чтобы не повредить пузырьки, надо его растянуть хорошенько для добавления. Хочу добавить грецкие орехи. Вот. Не хочу повредить структуру. Ну, я думаю, вы заметили, что хорошо тянется тесто. Хорошо выпротила. Так. Добавлю орехов. Немного орехов добавлю. Хочу орехов. Нравится, когда орехи в выпечке есть. И теперь аккуратненько тесто сворачиваем. Хлебушек я переношу аккуратненько на бумагу пекарскую. Здесь будет выпекаться, но для этого сначала еще нам надо, чтобы это постояло. Так, вот я беру такую стеклянную бадью, другого у меня все равно ничего нету. Беру полотенце. Кладу туда хлебушек свой. Вот так вот подтыкаю лишнее, чтобы он не расплывался у меня.
вот какой красавец получился. Так, надо, чтобы он еще походил, побродил чуть-чуть. Я его покладу ненадолго в холодильник. Беру большой пакет из-под мусора. Так. Сюда. Делаю тут воздух. Закручиваю так. И вот таким макаром. Здесь вот на прищепку. И посмотрю, на какое количество времени, не знаю. Пусть он еще постоит в холодильнике. Я достала свое тесто с холодильника. Нагрела духовку 250 градусов. Посмотрим, что наше тесто тут. Посмотрите. Оно, конечно, не сильно поднялось, но совершенно чуть-чуть, можно сказать. Так, теперь мы что сделаем? Теперь сделаем надрез. Так, беру лезвие, мочу его в холодной воде и делаю надрез. Так, и что я еще подготовила? Я подготовила лед. Сейчас я положу, у меня внизу стоит под противнем еще одна сковородка. Я туда кладу лед. И вот так вот наше тесто погружаю в свою электропечь. Встретимся позже. Посмотрите, какой получился красивый хлебушек. Просто обалденный. Так, сейчас мы его разрежем. Аромат стоит вообще. Ой. Так, сейчас мы его разрежем. Хрустящий. Слышите? Хрустит. Посмотрите. Это, правда, грецкие орехи. Ну, вот такой мякиш интересный получился. Попробуем. Надо купить нож специальный. У меня нет ножа специального, который для хлеба. Ой, мякиш такой. Так, сейчас я кусочек отрежу. Вот с этой стороны. Аромат стоит на всю квартиру. Красивый мякиш. Мягкий. Ну, в общем, обалденный. Сейчас я попробую мякиш. Очень вкусный хлебушек. Если вам понравилось мое видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите мне комментарий. Задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. И, как всегда, встретимся в новом видео.